На этой неделе состоялось торжественное закрытие краевого месячника обороны массовой и военно-патриотической работы, который прошел под девизом «За веру, Кубань и Отечество». Ветераны Великой Отечественной и локальных войн, представители общественности, ученики школ, воспитанники патриотических клубов, казаки собрались в этот день в городском доме культуры. Тему продолжат мои коллеги. Месячник обороны массовой и военно-патриотической работы в очередной раз объединил ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, офицеров запаса, казаков, представителей государственных структур. Словом, тех, кто всем сердцем любит Кубань и наше Отечество, живет этим, переживает за будущее наших детей, заботится о воспитании достойной молодой смены. За проделанную большую работу в этом направлении поблагодарил всех глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие земляки, я хочу сказать, что вот Славянскому району нужно так держать. У нас есть чему учиться, как уже было сказано, у ветеранов Великой Отечественной войны, у наших офицеров запаса, у всех тех, кто сегодня много времени и сил отдает воспитанию наших детей. Девиз «За веру, Кубань и Отечество» красной нитью прошел через все мероприятия, а это более 2000, главной целью которых стало развитие мотивации у детей и подростков быть достойными гражданами и патриотами Родины, горячо любить свой народ, свою землю, свое Отечество. Мероприятия прошли в детских садах, школах, высшем и средних учебных заведениях, кинотеатрах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры и спорта, воинских частях, общественных объединениях, у памятников и мемориалов на территории города и района. Все это позволило лучше узнать богатейшую историю нашей страны, биографии героев, осознать личную ответственность за судьбу России и края. В этом мероприятии приняло огромное количество и ветеранов Великой Отечественной войны, и ветеранов вооруженных сил, и труженики тыла принимали участие. К сожалению, все меньше и меньше становится наших ветеранов Великой Отечественной войны, и не каждый в состоянии может прийти. Но мы сделали другое. Мы уже приходим к ним домой непосредственно, и с детьми, и с учителями, и с ветеранами вооруженных сил. Встречаемся, беседуем, рассказываем о работе. На торжественном закрытии месячника были подведены итоги работы организации учреждений города и района. Среди награжденных были те, кто не только в рамках месячника, но и в течение всего года ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны, офицеры запаса, педагоги-организаторы и другие. Самые активные получили почетные грамоты от главы района Романа Синеговского за активное участие в проведении мероприятий в рамках краевого месячника, оборона массовой и военно патриотической работы «За веру, Кубань и Отечество». Завершился праздник выступлением творческих коллективов Славянского района. Многочисленные мероприятия в рамках месячника дали старт всей работе на 2016 год по военно-патриотическому воспитанию молодежи. От того, как мы воспитаем в ней любовь к родине, к ее истории, традициям и обычаям предков, верность Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, зависит судьба каждой семьи, народа и страны в целом. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».